Курды всегда завидовали армянам. Не турки завидовали армянам, а курды. Потому что во времена султана Сулеймана и деньги, и казну, и кухню доверяли армянам. То есть самые главные советники, Хюрем Султан, султана Сулеймана, самые главные казначей были армяне. Это все знают. Турки не завидовали армянам. Сейчас 100 тысяч армян живет в Турции. Ни один армянин не хочет ни в Армению переезжать, ни в Россию. Говорит, нам вот так. Вот вы знаете, армяне России едут в Турцию, а армяне Турции не переезжают в Россию. Вы когда-нибудь слышали, чтобы армянин из Турции переехал в Россию? Но зато мы знаем, что армяне России едут и отдыхать в Анталию, и в Стамбул гулять, и переезжают в Турцию, и покупают там квартиру. А турки знали, что курды, а курды это низкопробщина всегда была. Курды это низкопробщина. И курды, которые завидовали армянам, армянам, которые были всегда талантливые, трудолюбивые, армяне всегда были очень умные, начитанные. И курды, которые были ниже уровнем, они завидовали армянам. И турки, когда увидели, что армян настроили вот так, подкупили дашнаки, царская Россия, они сказали курдам, вы хотите земли армян получить? Курды говорят, да. Говорят, идите убейте армян и заберите земли армян. Вот как было, правда какая. И самые жестокие эпизоды вот этой резни армян были при участии курдов. Понимаете, это чистая правда. Самые жестокие убийства, вот эта резня армян была в тех участках, где курды нападали на армян.